Котики, всем привет! И сегодня я вам покажу несколько вариантов луков в школу, университет или просто на прогулку. Здесь будут более легкие варианты. Если вы хотите что-то потеплее на холодную уже осень, то обязательно пишите в комментариях, и я сниму вторую часть. Ну что, погнали! Первое, что я советую вам приобрести, это белое классическое платье, потому что его можно сочетать по-разному, с чем угодно, оно подходит под все, это базовая вещь. Первый вариант мой довольно простой, он больше подойдет либо на прогулку, либо в университет. Я добавила зеленую сумочку, чтобы добавить акцента, и такие вот тапочки. Кстати, многие спрашивали, где я заказывала это платье, я все сегодня бренды отмечаю. Оно очень удобное и реально подходит под все. Такая же ситуация с черным классическим платьем. Это тоже базовая вещь, которую советую приобрести, особенно на учебу либо работу. Оно тоже сочетается со всеми вещами и выглядит очень стильно, особенно если total black. Второй вариант больше подходит для школы. Я решила добавить жилет. Посмотрите, как интересно выглядит. Образ выглядит совсем по-другому. Сумочку можно взять побольше, какая вам удобнее, либо рюкзак. Это все будет круто смотреться с этим образом. И также я решила добавить кроссовки, потому что я не знаю, насколько уместно ходить в школу на учебу в таких вот тапочках. Кроссовки — это универсальная вещь, она подходит также под все, и лично я кроссы ношу каждый день. Ну и, конечно, к белому платью идеально подойдет жакет в любом цвете. Например, мне нравится зеленый, можно выбрать розовый, голубой, синий, черный также. Какой захотите, это выглядит супер стильно, и также можно добавить какие-то каблучки, если вам удобно, конечно. Недавно в инстамагазине нашла такой вот комплект, топ и юбку, и вот эта юбка сейчас безумно актуальная, особенно на учебу. С ней также можно экспериментировать, сочетать по-разному, делать различные варианты луков, так что советую себе ее приобрести. Также можно найти в таких магазинах, как Бершка, Зара, Страдивариус, где угодно. Сейчас их очень много, потому что, как я уже говорила, они сейчас актуальные. Я добавила рюкзак, взяла этот топ, и образ получился такой немножко спортивный, но в то же время женственный. Второй вариант, можно к этому луку добавить жилет, и тогда он не будет таким открытым, но также супер женственно и стильно. А еще я решила добавить худи. Оно, кстати, мужское, в розовом цвете. Я его нашла в магазине Zara. И посмотрите, как меняется образ. Не обязательно в школу носить какие-то мрачные черные и серые образы. Можно добавлять яркие акценты, и вы будете очень красиво выглядеть, чувствовать себя уверенно и стильно. Кстати, такой мой лайфхак: не всегда обязательно покупать все вещи в женском отделе, потому что в мужском также можно найти что-то красивое. Например, как вот это худи. Я бы никогда в жизни не сказала, что я его купила в мужском отделе. Либо, если у вас есть брат, также можно брать вещи у него, если он не будет, конечно, ругаться. Также к этой юбке я решила добавить поло, и посмотрите, как мило получилось. Образ выглядит совсем по-другому. Такой немножко американский стиль. Можно еще добавить длинные носки, и будет очень-очень красиво. Если не знаете, где приобрести, то, в принципе, есть в любом магазине по разным ценам. Посмотрите, сколько образов получилось с этой юбкой. Не обязательно покупать 100 тысяч разных вещей, 100 тысяч разных платьев. Можно купить себе несколько базовых вещей и по-разному их сочетать, создавая что-то интересное. Сейчас я добавила жилет и рубашку, и тоже получился такой школьный классный вариант на учебу. Черные широкие брюки — это всегда беспроигрышный вариант. Их можно сочетать с блузами, рубашками, топами, поло, футболочками, с чем угодно. На мне, кстати, сейчас наш бренд. Я лично обожаю эти брюки, потому что они очень качественные, приятные к телу и, как я уже говорила, подходят под все. Также я решила добавить яркий акцент. Это зеленый жакет. Добавляет изюминку и делает образ необычным. Я уверена, что именно в этом луке вам будет супер комфортно, особенно на учебе либо на работе. Мне кажется, что черная юбка есть у каждой девушки, и не обязательно ее носить просто с черной рубашкой и черными колготками. Посмотрите, как классно я разбавила этот образ. Я добавила жилет, и выглядит все совсем по-другому, такой немножко американский стиль, если еще добавить кроссовки. Мне лично очень нравится, это один из моих любимых образов. Костюмы — это всегда универсальный вариант. Если вы опаздываете, если у вас вообще нет идей, берете костюм, и вы уже выглядите круто. Это также из нашего магазина, они у нас есть в разных цветах, их можно также носить по-разному. Кстати, в нашем магазине я показала несколько вариантов, как их можно носить. Если интересно, обязательно переходите, ссылочку оставлю внизу. А еще я всегда с собой их беру в дорогу, потому что очень удобно. И последний вариант я просто обожаю, он самый удобный. Это велосипедки, футболка моего парня
Андрея в черном цвете. И чтобы образ был не таким скучным, я добавила сумочку и кроссовки в немножко желтоватом цвете от бренда Adidas. Стильно, удобно и очень-очень красиво. В принципе, это все. Обязательно пишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего, хотели ли бы вторую часть, и пишите, где вы сейчас учитесь либо работаете. Я все буду читать и буду вам отвечать. Всем спасибо за просмотр и пока. Увидимся очень-очень скоро.